Что ни говори, а человек очень злое создание, и о разумности некоторых индивидуумов тоже говорить не приходится. Вместо того, чтобы сдать нелюбимое домашнее животное в приют, человек придумывает как можно более изощренные способы убить собаку. Зачем-то нужно перед смертью заставить живое существо мучиться и страдать. Так, в итальянском городе Мессина две туристки случайно наткнулись на пакет с мусором, который просто валялся на дороге. Юг итальянского сапога славится своей нечистоплотностью, поэтому туристок этот предмет не сильно заинтересовал. Возможно, девушки и прошли бы мимо, если бы мусорный пакет внезапно не зашевелился и не стал издавать какие-то нечленораздельные звуки. Туристки поняли, внутри кто-то живой и ему нужна помощь. Они открыли пакет и ужаснулись. В нем была связанная электрическим шнуром собака. Выбраться самостоятельно из мешка не представлялось никакой возможности. Скорее всего, она погибла бы от обезвоживания, если раньше ее не искусали бы мелкие насекомые. На бедном псе было множество мошек и букашек, которые нещадно кусали его. Местная жительница по имени Эмилия Лукес помогла девушкам освободить собаку. Животное от усталости не могло подняться на лапы, только хвостом пес мог шевелить. Жара на юге Италии невыносимая, поэтому сначала собаке дали немного попить воды. В его глазах забрезжил лучик надежды о том, что все плохое уже позади. Так на самом деле и было. Спасенному дали кличку Оливейра. Его доставили в ближайшую ветеринарную клинику. Там помогли собаке прийти в себя и излечиться не только от физических, но и от душевных травм. Он еще долго во сне скулил и подвывал. Какое-то время его задние лапы не работали, но благодаря стараниям ветеринаров, через небольшое время собака смогла встать на четыре лапы. Теперь пес крепко на них стоит. Кстати, почти сразу Оливейра нашел себе нового хозяина. Им стал знакомый Эмилии Доминико Мастрояни. Он помогал Лукес лечить и ухаживать за собакой. Дружелюбный и очаровательный пес так понравился мужчине, что он попросил Эмилию оставить его у себя. Женщина с радостью согласилась отдать Оливейра в хорошие руки. Сейчас он живет в доме с Доминико, где окружен теплотой и заботой. Собаке здесь комфортно, она сытая и довольная. Здесь ему уже не снятся страшные кошмары о его прошлой жизни. Теперь он веселый и светится счастьем.